Зоологи Израиля спасли редкий вид пеликана. Птица необычного оранжевого окраса повредила крыло во время перелета. Стоит отметить, что среди этого вида пернатых особи с цветным оперением в природе встречаются крайне редко. Потому удивленные ветеринары попытались отмыть птицу, думая, что она измазалась в красителе. Эксперт из зоологического центра «Сафари» предположил, что такой необычный цвет перья могли получить в результате сложных процессов окисления горных пород, в водоемах которого мог обитать пеликан. Но это всего лишь версия. Сейчас животное находится под пристальным вниманием ветеринаров. Мы узнавали у зоологов о пеликанах с цветным окрасом. Все исследователи в мире от Австралии до Европы сказали, что никогда ранее не видели пеликана с оранжевым оперением. Один зоолог из Греции подтвердил, что ранее встречал птицу оранжевого цвета, но окрас не был настолько ярким. Сейчас очень сложно понять, каким образом он получил такой необычный цвет.